Ребята, всем добрый день. Сегодня забрала пару посылок для творчества, для брошек, кристаллы, фетр. Знаю, что многим нравится смотреть видео с распаковкой. Если вы тоже любите видео подобного плана, то продолжайте смотреть. Так, за упаковку точно ставлю 5 баллов, потому что все настолько тщательно упаковано. Ну, давайте посмотрим. Первое, что бросается мне в глаза, это вот такие граненые бусины, рондели. На самом деле, бусины я чаще покупаю в нашем магазине. Так удобнее, потому что оттенки на мониторе могут отличаться. А сами понимаете, это такое дело, что вот даже малейшее какое-то искажение, и уже не то. Вот, например, вот этот цвет мне казался будет немножко другим, а он прям совсем такой бледненький. Вот эти вот интересные цвета. Более зеленый, более, а этот более такой ментоловый. В данном магазине неплохой выбор на первый взгляд бусин, но на деле оказывается, что многого нет в наличии, поэтому это не очень удобно. Я не люблю, когда магазин не убирает то, чего у него нет с сайта. Приходится на это тратить много времени. Стеклянные бусины, увесистые, тяжеленькие, но вот смотрю, они, смотрите, ну, не супер хорошего на самом деле качества. Но мне нужен был такой цвет для имитации ягодок. Ну и вообще, пригодится. Также вот такой цвет красивый шампанского. По 8 миллиметров. Вот такие еще бусинки мне очень понравились. По 5 миллиметров. Красивые оттенки. Нравятся мне сатиновые бусинки. Они очень интересно смотрятся, необычно. Вот такие красивые оттенки. Стоили они, на самом деле, не очень дешево, поэтому такой небольшой набор буду беречь как зеницу ока. Также заказала несколько пайеток. На самом деле, в заказе у меня их было намного больше, но ничего в магазине не было в наличии. Вот все, что было, это вот такие золотистые переливающиеся. Симпатичные. И я все в поиске белых. Ну, вот это просто прям обычные белые матовые. Далее я заказала стразовые ленты. И да, посмотрите, вот что приходит с AliExpress. Увесистая упаковочка. И вот что приходит, когда заказываешь с наших магазинов местных по 10 сантиметров. Конечно, не так это все интересно. Взяла попробовать. Ну, по 12 рублей получается 10 сантиметров. Ну, вот такая вот капелюшечка. Куда-то просто точечно добавить. Серьги уже, конечно, не сделаешь за такую цену. Нравится мне еще вот такая цепочка со жемчужинами. На AliExpress я такую что-то не нашла. Надо поискать получше. Вот я ее взяла побольше. С вами известно, что любое подобие жемчуга очень красиво и выигрышно смотрится. И вот красненькое еще. Ну, нет, неинтересно. По 10 сантиметров заказывать, ну, это вот вообще ни о чем, конечно. Лучше такие цепочки покупать все-таки на AliExpress. Но там ограниченный выбор цветов. Вот такого цвета там не было, поэтому сказала здесь. Дальше это прям моя боль. Продавец перепутал позиции. Я заказывала совершенно другое. Мне прислали вот это. Ну, не знаю, очень ждала я другой стеклярус. Нужен он мне был для конкретной цели, определенного цвета. Но вот перепутали, к сожалению. Я заказала пины. 40 рублей 10 штук. Недешево, так скажем. Это мне нужно для лапок. Поэтому заказала такие длинные. Дальше пойдет что-то очень красивенькое. Вот такие шатончики лаковые. Лаковые они, что ли, матовые. Не знаю, необычные. В нежно-розовом, нежно-голубом цвете. И это такой переливающийся хамелеон. А также взяла попробовать по одному вот такому кристаллику. Отдельно к ним идут цапы. Все это очень дорого, если честно. Попробовать мне захотелось. Ну, вот так я вставила в цапы. Очень красивые, конечно, цвета. Красиво переливаются. Блеск дает очень деликатный. Ссылки все оставлю внизу в описании. Решайте сами, смотрите, сравнивайте цены. Взяла эко-замшу.
в песочном оттенке, неплохого качества. А также мне нужен был фетр белый и черный, самые расходные цвета. Взяла фетр жесткий, 1 мм, но он оказался совершенно не таким, как я себе представляла. Он безворсовый, 100% полиэстер, никаких других характеристик указано не было, но плотность у него совершенно другая. Он вообще практически не гнется, очень жесткий. Даже не знаю, это хорошо или плохо, для меня это просто непривычно, потому что я обычно пользуюсь другим фетром. Хотя тоже 1 мм, тоже жесткий, но вот здесь, видимо, плотность другая. Оставлю ссылки в любом случае все внизу в инфобоксе, если что-то заинтересовало. Сразу скажу, я ни с кем не сотрудничаю, все это куплено за мои деньги. Но вот этим заказом я довольна не 100%, потому что и кое-что перепутали, и кое-что пришло немного не таким, как я ожидала. Но бывает такое, при онлайн-заказе бывает всякое. Открываю еще одну посылочку, и здесь, мне кажется, все должно быть несколько лучше, потому что я уже 100 раз заказывала из этого магазина, и всегда меня качество устраивало. Но опять же, сразу смотрю фетр, я была уверена, что там будут листы 20 на 20. А они, посмотрите, какие малышки, и очень-очень тонкие. Вот теперь я понимаю вас, девчонки, которые задавали вопросы постоянно насчет фетра. Вот я просто первый раз заказала и сразу удачно. А видите, сейчас заказываю второй раз, и второй раз непонятно. Вот много-много цветов разных, но все по 10 сантиметров. Маленькие, на одну брошечку, может быть, только лишь. Заказала эко-кожу, она ужасно пахнет. И ужасно смята, но качество хорошее, и цвета тоже. Это бежевые и черный. Тонкий на оборотную сторону, прям самое то. Вот это хорошая штучка, но придется это все выпрямлять как-то. И в этом магазине я решила пройтись по лаковым кристалликам. Мне они больше в последнее время нравятся, нежели вот такие, да, обычные. Но, тем не менее, такие тоже взяла для листиков. Неплохое у них качество, и в целом они смотрятся так поинтереснее, не так избито. Но это, конечно же, никакие не Сваровские, это обычное стекло. Стоят они поэтому не так дорого, и поэтому я побольше здесь заказала. А единственное, что имейте в виду, если будете пользоваться услугами этого магазина, то уточняйте, чтобы к кристалликам, которые идут без ЦАПа изначально, продавец положил ЦАПы. Добавила к заказу. В этот раз я об этом не сказала, не положила, поэтому у меня вот столько кристалликов остались без ЦАПов. Будут заказывать, наверное, опять. В общем-то, не очень это удобно, конечно. И ряд кристалликов были в ЦАПах, сразу же шли. Мне это, кстати, больше нравится. Сейчас я вытащу их и покажу без пакетиков. Ну вот, например, такая розовая партия, очень красивые оттенки у этих лаковых кристаллов, мне очень нравится, посмотрите, вот это. Обращаю я всегда внимание на именно такие формы, либо это капельки, либо шатоны, что-то кругленькое, либо каплеобразное. Мне кажется, что такая форма в изделиях самая универсальная, ну это на мой взгляд, очень красиво. Здесь уже, видите, сразу же собирается кто-нибудь у нас, да? Какая-нибудь бабочка или там жучок, червячок. Можно что-то придумать. Далее, вот такие очень красивые оттенки. Нравятся мне вот эти переливающиеся. Необычно смотрятся. И очень красиво сияют. Голубые и синеватые. Прямо мне под маникюр. Вот красивый, да? Как кошачий глаз похожий. Более голубоватые, такие васильковые оттенки. Очень красиво, тоже мне нравится. Следующая группа цветов лавандовые. Тоже супер.
Ну и также взяла зелененьких обычных для листа. Кстати, тоже лаковые. Зеленых лаковых не особо большой там выбор. Чаще идут вот такие обычные блестючие. Ну, для листиков они всегда пригождаются, всегда нужны. Поэтому пусть будут. Ну а также вот такие лодочки. И из лаковых также такой лимонный желтый цвет и белый. В этом же магазинчике взяла, ну, такие бусинки обычные, круглые, стеклянные. И тоже стразовые цепочки, тоже совсем-совсем помаленьку, цена там такая же, 12 рублей 10 сантиметров. Оранжевый, тоже такого оттенка на Алиэкспресс я не нашла. И темно-зеленый изумрудный. Также на Алиэкспресс я такого оттенка не нашла. Также продавец мне здесь целую кучу подарков наложил. Какие-то бусины, кристаллики. Всего по чуть-чуть. Спасибо. На этот магазинчик я также оставлю ссылку. Не буду, конечно, я оставлять на каждый кристаллик. Просто загляните, посмотрите, выберите, что вам нравится, какие цвета вы хотели бы себе прикупить. Много раз я уже упомянула Алиэкспресс за сегодняшнее видео. Давайте же посмотрим, что я там прикупила. Посылка дошла мне, кстати, всего лишь за 8 дней. Представляете, это прям супер классный результат. Заказала кружево. Оно не хлопковое, полиэстеровое. Но мне очень понравилось, симпатичное. Буду куда-нибудь применять. Еще одно вот такое. Но я вижу, что здесь не очень хорошее качество. И торчат ниточки. Не знаю, куда я его буду применять. Тут огромное какое-то количество его. Дальше. Страусиные перья. Вот так они выглядят. Взяла в сером цвете попробовать. Здесь метр. Такие не очень они пушистенькие, конечно. И коротковатые, на мой взгляд. Думала сделать серьги, знаете, но они короткие для сережек. Вот. Но в любом случае там можно повыбирать. И стоимость там намного ниже, чем в наших магазинах. Переходим к тому, что на самом деле я заказывала, то, что очень хотела приобрести. И первое — это стразовая цепочка с желтыми стразиками. Вот такая красивущая. Желтый цвет. Давно хотела попробовать. Мне нравится. Следующий цвет — зеленый, салатовый. Целый метр здесь. Здорово. Тоже я очень рада. Следующий — розовый. Розовый у меня уже был, но подходит к концу. Решила обновить свои запасы. Светло-светло-розовый. Черные стразики в черных цапах. Тоже подошли к концу у меня они. Слушайте, а здесь прям не черные, не совсем черные, а сероватые все-таки. Но все равно очень красивые. Вот черные цапы, они немножко по-другому смотрятся. Здорово. Так, еще вот такой цвет. Впервые заказываю. Я очень хотела фиолетовый. Фиолетового в этом магазине нет, к сожалению. Такой фуксиновый. И что-то очень-очень интересное. Тра-та-там! Смотрите, какая красота! Вот такие разноцветные. Но они прям разноцветные, да? Тема-то одна, голубая. Голубые, синие, переливающиеся. Очень здорово. Вместе вот так вот смотрятся. Вот такой мне вариант очень сильно понравился. Смотрите, тоже здесь голубой, цвет морской волны, какой-то немножко розоватый. И еще один такой же, мультиколор, прям такой совсем разноцветный. Здесь и красные, и зеленые, и синие, голубые, каких только цветов нету, и желтые. Прям совсем разноцветная. И еще один. Это уже такой моно. Вот сколько у меня сокровищ вновь оказалось.
Поэтому, девчонки, оставлю ссылку на этот интернет-магазин. Ну, мне кажется, что 8 дней доставка – это прям отличный результат. Советую всем. Ну и в конечном счете резюмирую. Наверное, больше всего мне понравился заказ именно с AliExpress за счет того, что огромная просто партия здесь этой стразовой ленты. Можно себе ни в чем не отказывать. Можно особо не экономить. И очень хорошее качество, точно такое же, как и в этих магазинах наших, только за намного меньше деньги. Ну и, конечно, вот эти кристаллики тоже мне очень понравились, и цвета, и качество. Я там заказываю в этом магазине уже не первый год. Все меня устраивает. Единственное, что придется, конечно, заказать ЦАПы вот для этих кристаллов. Также из первого магазина мне понравились хрустальные рондели. И по цене они вышли дешевле, чем в нашем магазине. Понравились мне вот эти бусины. Цвета приятные, поэтому тоже неплохо. И понравились мне вот эти шатоны Сваровски. Красиво они очень блестят. Видно, что качественные кристаллы. Поэтому тоже могу рекомендовать. И, в общем-то, таким был мой обзор покупок. Надеюсь, что вам было интересно. Ставьте пальчик вверх, если вам что-то хотя бы понравилось из моего заказа. Кстати, напишите, что именно, что хотели бы вы прикупить, что хотели бы иметь в своей коллекции. Мне интересно будет почитать. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали, потому что, ну, мне же куда-то это нужно все будет девать. Будем делать с вами брошки и другие украшения. Спасибо за внимание, что были со мной. Всем пока-пока!